Ребята, всем привет! С вами снова Пельмеша Геймс. И играем в игруху, опять же продолжаем. Empires and Allies. Ну что, смотрите, ребята, я все-таки добился своего. Значит, робот у меня уже 10 уровня. И вот стрелочка показывает, еще ни разу не играл, надо будет поиграть в эту игру. Называется Мантикора. Не знаю, что получится у нас из этого. Так, ресурсы я, как обычно, у меня заготовлены. Теперь что делаем, наверное, смотрите. Улучшаем наших птичек, ребята. Плацы улучшаем, видите как? Берем вот так, это я подготовил. Заранее. Вот так. Наверное, поставим самолетик. Поставим самолетик, ребята, на часик. И поставим, значит, количество очков командования. Видите как? В битве в течение одного дня. На 10 ставим. Самолетик берем часовой. Ставим. И посмотрим, что из этого получится. Хотя можно и вот удар еще поставить. Удар с орбиты. Или пока не надо. Ладно, пока не надо. А ну давайте нажмем на вот это. Видите, стрелочка показывает. Это первый раз. Я еще не играл, конечно. Но сейчас глянем, что это такое. Вот, значит, операция Мантикора. Вот ящики Мантикоры, флаг Мантикоры, все награды, события. Вот, смотрите. За завершение операции Мантикора вы получите уникальный флаг. Потом эмблема Мантикоры. Активируйте до завершения события и получите... активировать. Все понятно. Ну, не знаю, давайте начнем главу. Может быть, и не потянем мы ее. Все-таки у меня 28 уже уровень. Посмотрим. Давайте, значит, начать главу я нажал. Так. Вот здесь открыть. Видите, как... Открыли, так. А, вот, видите, миссия до рассвета, уничтожьте базу врага и заработайте 3 звезды. И вот такие вот призы, значит, показаны. Ну, давайте, разведка, нажимаем. Ага, вот она база. Пока вроде бы как для нас не сильная и страшная. Ну, нападаем сейчас, уничтожаем он, конечно, этих самых крабов. А потом запускаем самолетик, наверное. Ага, и вон дальше стоят, я понял, значит, 2 патриота. Ну, давайте, ладно, посмотрим, что из этого получится. Сначала нападем, а потом будет видно. Так, пошли, значит, крабы. Сейчас дождусь, чтобы между... Вот так, между башнями. Есть, так. А теперь вот тут, значит, самолетик, и я буду стрелять в патриоты, ребята. Вот так, видите, уничтожаю патриоты. 1 патриот, есть. 2 патриот, есть. Ну и вот здесь тоже есть, хорошо. И остается у меня, значит, и вот стоит патриот еще. Ну, это я убью его, я думаю, роботом. Так, стреляю вот так. Добиваю еще раз. Вот так. И у меня еще выстрел остается с орбиты. Ну, давайте уже уничтожим этих солдат. И вот танк немножечко вот так вот. Все, раним. Ну что, погнали, ребята. Воюю одним роботом пока, потому что птички, они очень уязвимы. Вот, робот пошел.
Выпускаю птичек быстренько. Лечим, конечно, робота. Выпускаем птичек. Значит, стреляю, помогаю ему по пушке. Есть, стреляю по башне. Есть. Робот продвигается. Выпускаю птичек. 3 минуты, видите, сколько дается, много. Робот у меня 10 уровня. Невидимые вон танки, видите, нападают. Выпускаю птичек. Но это пока, честно сказать, очень легкий уровень, но... Сейчас посмотрим дальше, что будет. Вон, видите, как из ниоткуда появляются, значит, стреляют в робота. Видите, что происходит? Ага, выпускаю птичек. 2 минуты, правда, ну, очень много времени. Вот так вот. Я тише сделал немножко, потому что... Ну вот, мы еще и ресурсов заработали, и опыт заработали. Ага, вон, как видите, еще какой-то ящик заработали. Сейчас глянем. Так, назад. Это мы первую только миссию прошли, да? А ну-ка, ладно, ящик пока не будем смотреть. Открыть. Ага. У нас не хватает этих самых. Вы видите как? А ну-ка, уходим тогда оттуда, уходим. Уходим. Что у нас здесь? Смотрим. Получить этот, значит, коситесь, чтобы открыть. Смотрим. Угу. Для 2 патриотов, значит, усиление. Давайте-ка мы сейчас эти усиления поставим. Вот так вот раз поставим. И вон он у меня стоит, значит, 2, вот так. Отлично. Ладно, раз у нас нет, сейчас будем зарабатывать вот то, что надо, там 300. Вот она, значит, у нас открылась что? Операция ликвидация, входим. И сейчас, я надеюсь, заработаем. Разведка нажимаем. Ну... И все, и поехали, что там смотреть долго. Сейчас заработаем и вернемся в Мантикору, значит, ребята. Так, пошли, куда они там пошли? Вот так. И туда стреляем. И пушку. Вот так. Все, выставляю робота. Самолет нам тут не понадобится. Вон танк, стреляю в танк. Мы не будем вот эту ликвидацию эту играть. Нам главное Мантикору посмотреть, что там. Так, в пушку стреляю. Заработать главное эти. А как они вот зарабатываются, пока еще не знаю, но сейчас посмотрим. Может быть, сейчас вот за выигрыш и заработаем. Ну и что? И не заработали, да? И не заработали. Непонятно почему. Ну, сейчас глянем. Разведка. Начинаю заход для атаки.
Ну тогда сейчас мы, если что, выйдем вот отсюда и, значит, просто будем на игроков нападать на базы и посмотрим, может быть, там мы заработаем. Сейчас я ему помогу по-быстренькому. Тут и так легкий уровень. Вот так вот. Сейчас он этот штаб разбомбит. Если опять не заработаем, значит, просто будем нападать на соперников, на базы другие. Может быть, там и заработаем, ребята. А ну, сейчас посмотрим. Угу. Значит, пока нет. Ну, хорошо. Хорошо, сейчас мы, значит, вот так сделаем. Отправляемся на нашу базу. И нажимаем вот просто игроки. Сейчас посмотрим, может быть, так можно заработать. 21 уровень, робот 5. Не знаю, смысла нападать нет. Я его разбомблю чисто самолетами и что там играть. А ну дальше что? Ну вот, 34 уровень. Ну, без робота. Нападать, в принципе, можно. Может быть, мы сейчас за 34 получим. Не знаю, сейчас глянем. Глянем, так. Пошли сейчас. Ага, и солдаты. И вот так вот. Стреляем. Вот сюда стреляем. И тут выставляем робота, чтобы он солдат уничтожил. Я даже самолет пока не буду применять. Ух ты, прилетела, боже мой. Отступаем. Отступаем, конечно. Отступаем, ребята, отступаем. Мы не можем с сильным оружием... Значит, бороться. 10 уровень робота был бы 15, да. 10 нет. Ну ничего страшного. Отступили, правильно сделали. 28 уровень. Ну, можно тут нападать, конечно. Если опять не прилетит большое оружие. Так, сейчас мне надо... Вот так, стреляю, уничтожаю. Стреляю, смотрите, вот так, уничтожаю. И вон они еще пошли. Стреляю. Вот так вот, уничтожаю. И вот здесь выпускаю специально, чтобы эти увидели. Так, самолет быстро, потому что... Он и что-то приехало, гляньте, гляньте. Стреляю, значит, потому что приехала. Вон, смотрите. Стреляю. Вовремя самолет запустил. Стреляю, значит. Вот так вот. Отступаю, значит, отступаю. Вот так, 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 так. Сейчас будем разбираться. Лечу робота, конечно. Видите, что делается? Опять выпускаю. Ага, вон один остался еще. Вы видите, один остался. Сейчас еще и робот погибнет мой. Выпускаю. Так, а ну-ка направляйся сюда. Будем кругами, значит, ходить. Выпускаем. Раз робот такой раненый, вы видите как? Ну ничего, ничего. Выпускаю опять птичек. Убили все-таки. Ну ладно, ребята, тогда вот вам ответочка. Вот такая ответочка, значит.
Не хотел я, но придется. Придется вас птичками уничтожать. Придется. Если птички не погибнут, конечно. Ну, 53 завоевали. Ладно, уже пусть погибают. Не буду я свое большое оружие выставлять. То я бы, конечно, разнес бы этот уровень по полной. Все, мы выиграли. Отступаем, как бы нажимаем. Хорошо, ладно. Заработали 225. Ага, а как же что? А, вон, заработали. Видите, я нажал. Все, понял, как можно зарабатывать, ребята. Быстренько. Птичек, значит, делаем. Нажимаем. Мы тут выиграли сундук. Хорошо, окей. Все понятно тогда, все понятно, ребята. А ну-ка дальше, заработали немножечко. Надо будет в следующий раз глянуть, сколько. Так, на 20-й все-таки не будем нападать. Чтобы было поинтереснее, то ж, конечно, надо опять 21-й не будем. Двадцатый с роботом не будем, конечно. Двадцать четвертый. Так, пока игра не хочет выдавать нам нормальные уровни. Двадцатый. Двадцать третий. Хотя бы 26-й. Опять 23-й. Уходим пока от этого. 24-й. Хотя, в принципе, нам надо заработать, чтобы в Мантикоре это играть. Вот 26-й. Но это еще куда не шло. Все-таки 26-й. Ну, давайте, если тут оружие не прилетит. Посмотрим, что оно, значит, будет. Вот так вот стреляем. И вон еще идут, значит, стреляем. И в этих опять стреляем. Вот так вот. Быстренько робота выпускаем. И самолетик. Я все-таки помогу. Он уничтожу, значит. Вот так. Этих крабов. И вон еще один идет. Уничтожаю. А теперь буду стрелять. Вот сюда. В патриота я стрелял. И в этого выстрелю. Ох ты, вышло оружие. Уходи быстрей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что делается, а? Ничего невозможно сделать. У всех это оружие, значит. Отступить. Куда ж ты пошел? Ну, теперь все. Теперь все. Да, ты посмотри, а. У всех это сильное оружие. Куда ни сунься. Ну, у меня средств много, мне это не страшно. А ну дальше. Когда ж оно прилетело? Когда я с самолетом? Сейчас посмотрим. 24-й. По-быстренькому надо. Время идет. А я в Мантикоре так и не поиграл. Ладно. 21-й с роботом. Да нападаем. Надо заработать на Мантикору. Ладно. Стреляем, значит, в робота сразу. Вот так вот мы его убили. А теперь, чтобы меня увидели. А ну посмотрим. Вот, пусть он их уничтожает, чтобы меня увидели. Моя задача стоит, чтобы заработать. И, конечно, значит, пока
Ну вот, опять пролетело. Смотрите, что делается, ребята. Вы посмотрите, что делается. Уходи. Уходи. Отступить. То есть даже 21 уровни имеют это сильное оружие. Ну, как интересно, да? А свое не хочу выставлять. Оно мне пригодится. И даст ли мне потом альянс оружие или не даст? Ну ладно, не буду нападать. Что-то кажется, сейчас и тут прилетит. Так, 26 уровень, 26. Давайте дальше. 25 уровень. Тут хоть прилетит или нет, боже мой. Давайте дальше. Двадцать первый. Давайте. Мне даст еще или нет, надо посмотреть. То, что мне надо. Так вот стреляем. Ну, тут и выстрел. Ну, сейчас посмотрим. Это легкий уровень, но мне что надо от этого уровня? Не выиграть у этого уровня сильно, ну, а заработать то, что мне надо. Я посмотрю, даст или не даст. Если даст, то сейчас пойдем опять в Мантикору, значит. Может быть, уже хватит открыть это. Поэтому пришлось так напасть по-легкому. Будет видно. Сейчас вот уничтожит штаб. 50% заработаем. Хотя еще минуту 50 играть. В принципе, можно и играть. Сейчас я ему даже помогу. Вот эту пушку уничтожу. Вот. Раз. Так по-быстренькому. Два. Минута 15. Ну, пусть уже уничтожает. Я понимаю, уровень очень легкий, но я не из-за этого. А все-таки сколько получу. И быстро, наверное, пойду туда. Открою, посмотрю, что ж там значит следующее. Так, что ему помочь? Выстрел вот сюда, наверное. Вот так вот, да. 48 секунд остается. Ну все, значит, ага, еще осталось одно. Так, все, смотрим теперь, я ж тогда нажал, а ну-ка. Дальше что оно? Так, и 600, все, можно идти, ребята. Можно туда идти, все это мне и надо было. Надо было нападать даже на те любые уровни слабенькие, так. А ну-ка, нажимаю. Так, открыть. 600. Это у нас есть. Открываем. Что тут у нас? Разведка. Ох ты, да, ребята? Силен, да, ребят? Силен.
И он патриот, а сколько раз, два, три, четыре патриота, ребята, вы посмотрите. Ну ладно, что тут смотреть, буду нападать как получится. Я все равно первый раз играю в этом антикору. Так, мне главное уничтожить... Вот, вон бегут, видите, вот так вот. Вот так, так. Теперь что? А теперь самолет, самолет на робота. Сейчас будем в робота стрелять, вот так. Начинаем стрелять в робота, уничтожаем его, посмотрите как. Есть, робот убит. И стреляем по вот этим вот солдатикам. Есть. И остается выстрел, значит, у меня, да? Стреляю вот сюда. Вот так. И выставляю здесь робота. Ну, пошел. Убили мы робота, значит. Сейчас посмотрим. Выпускаю птичек. Ага, вон опять это оружие, значит. Направляю робота туда. Останавливаю его. Все, робот справился, хорошо. Он повыезжали, видите, какие танки усиленные. Хорошо, хоть робот 10 уровня справляется потихонечку. Потихонечку справляется. Выпускаем опять, значит, птичек. И у меня есть выстрелы. Вот сюда стреляю. Вот так вот. Ну, правда, ранил. Ну, ничего. Стреляю и туда. Вот раз и все. Теперь помогаю роботу, пока он там штаб уничтожает. Видите, что я делаю? Вот так. Хорошо. Ну, тут мы справились, конечно. Тут мы пока справились, ребята. И еще играть сколько. Немножко остается. Сейчас он уже добьет. С этим-то мы справились. Посмотрим, что будет дальше. Что-то все сложнее и сложнее, значит, уровни. Сложнее и сложнее. Ага, вон 300, и опять заработали этот сундук. Назад, значит. Ох ты, 1100 надо, чтоб открыть. А у нас сколько? А у нас... Ага. Ну, давайте опять нападать тогда на тех всех. Пусть легкие, даже уровни хорошо. Главное заработать и открыть. В Мантикоре, значит, открыть. Ну, сейчас посмотрим. А ну-ка, давайте, ребята. Даже нам даже лучше и выгоднее слабенькие уровни быстрее бы заработать. Тут надо играть побыстрее. Так, вот этот танк поехал. Стреляю, вон стоит танк. Стреляю. Туда стреляю. Везде стреляю, ребята. Так, направляю на пушку. Быстро выпускаю робота. И помогаю вот так выстрелом. Вот так вот. И туда, в общем, стреляю, быстрее помогаю, чтобы быстрее уничтожить этот уровень. Много невидимых танков, конечно.
Ну, мы с этим справимся. 10-й уровень робота, это все-таки робот сильный. Помогаю, стреляю ему. Так, сколько ж мы заработали? Это надо у двоих выиграть, чтобы 1200 было, допустим. А ну-ка, давайте, давайте. Показывайте, сколько ж мы там... Ага, 600, я же говорю, назад. Так. Нападаем еще, конечно. Еще 600 там надо. И мы тогда пойдем еще сыграем. Лишь бы оружие только не прилетело, конечно. Стреляем, конечно, по роботу. Робот там хороший, МК-2. А теперь самолет участвует, конечно. Сейчас он колбу поставит, робот, и очень трудно будет его уничтожить. Но есть, мы его уничтожили, ребята. Теперь быстренько солдатиков этих убиваем, как бы вот так. И вон, пошли крабы, тоже убиваем солдатиков. Вот, очень тут много, да? Вот так, все. Можно смело вот так выставлять робота. МК-2 убили на этой базе, но теперь нам надо, главное, заработать. Чтобы можно было в Мантикоре сыграть, да? Так, надо помогать ему. Стреляю. Ну, давай, давай, да. Хорошо, конечно, все уничтожает. Ну, 22 уровень. Слабенький, но... По сравнению, конечно, с моим роботом. Минута 20 остается. Это мы сейчас еще заработаем 600. Так, есть выстрел, ребята. Стреляю аж вон в дальнюю построечку. Вот так. Теперь вот так стреляю. Вот, вот, помогаю ему. Отлично, видите как. Все расчистил, побыстрее мне главное. Сорок шесть секунд остается. Выпускаю еще птичек с него. Лечу его, чтобы он был здоровенький полностью. Так, все. Смотрим, 600 заработали. Сразу и, конечно, переключаемся туда. Ну ладно, я нажал уже, все. Так, идем опять в операцию Мантикора. Нажимаем, начать на миссию 3. А ну-ка, открыть. Есть, да, заработали мы, ну вот. Так, каждая операция взлома вам будет представлена, ага, специальное оборудование. С ее помощью вы сможете добывать информацию, ага. Разведка. А, летающий, значит, робот летающий. И там крабы. Значит, крабов надо уничтожить, конечно, это по-любому. И стрелять в робота. Так, пошли, пошли, пошли крабы. Куда? И там еще идут. Вот так стреляю. И вот так стреляю, ребята. Смотрите, есть. В общем, вроде как ничего. Быстренько самолет. И начинаю по роботу стрелять. Посмотрите, как, с каким трудом, ребята.
Сейчас я его добью все равно, смотрите. Вот так, есть. И направляю на танки. Быстренько вот отсюда, значит, выпускаю робота своего, чтобы он танк уничтожил. Ну, вроде как пока справляемся. Ну, пока вроде бы, не знаю, правильно делаешь. Вот это цель, вот. Я вижу эту цель, но еще 2 минуты. Стреляю я в эту цель. Вот так вот. Успеем, я думаю, успеем. Выпускаем птичек. Цель уничтожить, я понял. Ну, пока мы уничтожим всю базу. И он не видит ее. Он ее не видит, ребята, вы поняли? Вот, я его направил, а он не видит. И что? Непонятно. А, взлом выполнен успешно. Вот как. Еще, значит, этот заработали. Ну, тут я еще пока не очень понимаю. Ладно, так, сейчас посмотрим. 1100 надо открыть, а ну-ка. Ага, мы открыли. А ну, сейчас, секундочку. Надо что-то забрать, что там нам... Вон, 2, значит, этих ящичка. Тайники, видите? Ага, понял. А ну этот что нам дал? Ага, усилитель ресурсов. Так, понятно. Так, а ну сможем... Починить же надо робота было. А ну давайте на всякий случай выставим вот так вот, да. Непонятно, что там. Назначаем. Вот так вот. И вот так вот. Так, ну все. А ну давайте-ка опять зайдем. Что там глянем? Начать миссию. Будет у нас разведка. О боже, тут еще круче. Ребята, еще круче, вы представляете? Но у нас есть самолет, вы видите, благодаря самолету можно, значит, играть. Ну, выпускаю самолет. Смотрите, сейчас добью сначала вот это вот. Есть. И направляю на робота. Есть. Быстренько и по солдатам.
Так, теперь что? Ну вот, вот отсюда идем. Стреляю, помогаю, конечно же. Ага, опять это оружие непонятное. Вот это вот лазер, лазер этот, понимаете? Ну, пока видите, благодаря самолету, ребята. Самолетом уничтожил, значит, роботов. Так, стреляю в пушку, конечно. Вот так, потихонечку, потихонечку. Ладно, пусть уничтожает. Так, смотрим дальше, сейчас. Смотрим дальше. Давайте вернемся ж, конечно. И починим робота. И быстренько обратно. Открыть. Ага, мы не можем, ребята, мы не можем. Быстренько. Нападаем, зарабатываем, зарабатываем, нападаем. 27-й. Ну, если не прилетит, конечно, может, справимся. Так, пошли, вот так вот, значит. И те стоят, вот так вот. И вот так стреляем, то есть... И вот они еще. Быстро самолет, конечно, быстро. И начинаем их уничтожать, этих крабов. Чтобы они нам не мешали, ребята, правильно? И там он три стоят. Есть. И тут надо вот так вот, значит, уничтожаем. Да самолет это вообще вещь, конечно. Вот так, быстренько робота. И все, и смотрим. Крабов нет, всех уничтожили. Так. Стреляю вот так. Вот видите, помогаю, помогаю нашему роботу. Выпускаю, значит, птичек. Помогаю, вон стреляю, пушка сзади штаба вот так. Уничтожил. Выпускаю птичек. Тоже, наверное, надо сыграть два раза, ребята, будет, чтобы заработать 1000 с чем-то. И постараемся пройти. Время, конечно, не так много для записи остается. Но я думаю, еще успеем по-быстренькому, по-быстренькому. Так, здесь есть выстрел. Стреляем, конечно же.
Вот так. Остается всего лишь одна построечка. А нет, видите, куда он... Еще есть. Ну, 35 секунд мы ж... А ну-ка, тут нету. Должны успеть. Выпускаю птичек, конечно. Так, все есть. Заработали быстренько. Надо еще на кого-то напасть. Еще на кого-то надо напасть. Вот 600 мы заработали. Есть, так. И быстро нападаем. Теперь нас даже устраивает, чтобы было полегче, чтобы это было быстро. Но с роботом 24 уровень. А вдруг получится? Давайте его разгромим. Раз уже так. Сильно много и крабов, я смотрю, на этом уровне. Так, пошли. Вот сейчас они, если встретятся, эти встретятся. Уничтожаем. Эти встретились. И стреляю в тех сразу. Бах, не попал, конечно. Быстренько выпускаю самолет. Давайте уже его уничтожим. Он, конечно, такой сложноватенький уровень. Ну... Ну, сильно уж у него оборона такая. Столько крабов, видите? Так, уничтожаю вот, вот этих крабов. И вон он идет. Все, и стреляю. А, ну так уже не получится. Выпускаю быстро робота. Ах ты, прилетело! Отступаю, ребята, вы представляете? Ну, ничего. Зато мы робота уничтожили тогда, это раз он такой сильный, с таким оружием, ну зато без робота осталась база. Даже так. На кого не напади, одни роботы, я смотрю. Давайте, 26-й, нападаем. Как говорится, кто под руку попадется. Так, эти пошли. Стреляю. Сейчас еще тут, не дай бог, выйдет это оружие. И зря все усилия напрасны. Вот отсюда робот пошел. Так, давайте-ка самолетик, конечно, я добью этих. Вот тут добью. И вон еще танк стоит, надо его уничтожить. Есть. Помогаю роботу. Он, стреляю, где патриоты стоят. Вот так. Лечу робота, конечно. Оружие пока не прилетело. Может, его уже и не будет, конечно. Вот это нам раз сейчас выиграть, ребята, и бегом в Мантикору. Посмотрим, что ж там следующий будет за уровень. Вот так, помогаю ему, помогаю. Так, еще есть выстрел, сейчас. Вот так вот, значит. Хорошо, хорошо. Выпускаем птичек. Ну все, выиграли. А нет, вон еще у меня выстрел есть. Хорошо. Добиваем. Вот так вот. Все. Это мы быстренько выиграли в 26-го. Так, сейчас надо... Есть 600. Так, есть. И быстро в Мантикору нажимаем.
Так. Открыть. Разведка. Ага, опять куча крабов, ребята. Ну и ладно. Будем вот так, как и играли, короче говоря, нападаем. Вон, крабы пошли, стреляю, стреляю сюда. Вот так вот. Теперь вот это мне надо убить. Вот так, видите, видите, видите. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. И солдатиков. И, конечно же, надо убить робота, ребята. А робота убить не получается. Вы посмотрите, какой же это он уровень. Что я не могу, значит, вред роботу принести. Вы видите как? Вы видите, что делается? Вот так. А, надо уничтожить эту. Ясно. Робот пошел. И с ним... Конечно, это самое. Хорошо, ладно. Пошли птички уничтожать робота, ребята. Еще птичек выпускаю. Сейчас мы его добьем. Робота мы, конечно, добили. Отступим немножко, отступим, потому что... Видите, что происходит? Взломано неправильное задание. Вы видите, что делается? Так, 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 взламываем, взламываем. Куда ты пошел? Иди туда. Есть. Мы выиграли, ребята, мы выиграли. Взлом выполнен успешно. Хорошо. Так, а мы ж открыть не можем. У нас же нету этого. Надо выигрывать, ребята, надо выигрывать. А уже времени для записи-то сильно не остается. Нападаем по-быстрому.
20 уровень. Вот так, уже помогу. Вот так. И вот так пошел. Я не стал самолет применять. Нам 50%, я думаю, набрать и все. Вот так, помогу, вот. 42 уже, ребята, 42. Ему конец. Ну все, можно уходить. 66%. Сейчас посмотрим, что мы, что полностью не добил. Времени нету. Запись закончится через 12 минут, а мне надо успеть. Ой, 150. Вы видите как? Только за полную победу 600. Только за полную победу. Ну надо ж тебе такое. Надо было продолжать добивать этот. Так, быстренько уходим. Теперь нам надо, конечно... Фу. 26 уровень. Давайте, давайте. Время идет. Попрощайтесь с этим местом. Пора начать железный дождь. Хоть бы большое оружие не пролетело, вы понимаете? Время идет, а мне ж надо, я ж хочу, никогда ж не играл, хочу, чтоб и сам увидеть, и вам показать. Но тут уже самолет, наверное, буду помогать. Потому что надо побыстрее. Вот, видите, как я помог. Вот так стреляю. Вот так. Еще стреляю, помогаю, лишь бы быстрее. Есть, так, это мало, надо еще выигрывать. Один раз. 600, хорошо. Чиним по-быстренькому, время уходит. Сейчас закончится запись, и все. И не увидим, и вы не увидите и это самое. 20-й. Давайте быстрее нападаю. Хоть бы не было оружия, я говорю, большого. Атакую. Вот так, выпускаю все, стреляю в это вот оружие, вот так. Что еще можно сделать? Самолет. Стреляю, помогаю, по-быстренькому и пушку уничтожаю. Вот так, вот так, вот так, помогаю по краям. Пока робот там разбирается, ребята. Стреляю вот так, стреляю. Вот так вот. Опять стреляю, появилось. Помогаю, ребята. Вы видите, что я делаю? Потому что времени нету. Выпускаю, значит, птичек.
Ну вот, я ему почти очистил все это самое. Давай, 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 давай. Ну хорошо, хорошо, добивай уже. Выпускаю птичек. Есть, так, ребята, есть. Мы заработали 600. И быстренько сейчас уходим в Мантикору. Так, где 600? Есть, отлично. Нажимаем. Тут последнее задание, миссия осталась выполнить. Последнее. Операция Мантикора. Нажимаем. Открыть. Здесь расположена крепость Мантикора, которую вам удалось обнаружить. Эта база находится под усиленной защитой, и к тому же она может самовосстанавливаться. Ёлки-палки, ну тут мы, конечно, не сыграем. Ну ладно, все равно сниму, остается времени мало. Разведка. Под усиленной защитой, ну что ж теперь сделаешь? Усиленная так усиленная, что нам уже? Нападаем, там и робот стоит. Атакую. Вот так, солдат выстрелили. Я сразу направил. А, вот оно что, вы посмотрите. Хорошо, оружие пошло мое большое. Ребята, все, ладно, и мои птички. Всех запущу сразу, моментально. И оружие мое большое. И посмотрим, что из этого получится. Ох ты, стоит что? Вот это да! Все, робота убили, ребята. Убит робот. Ох ты, а как же с ней справляться-то, с этой базой? Вы что, вы представляете? Ё-моё, а? Вот это да. И даже с большим оружием. Вы посмотрите, что делается, ребята. Ну давайте, одна надежда на мое большое оружие. Ну дела. Ага, стреляет. Видите, что делает? Вот сейчас, ага, у меня нету остановить. Стреляет мое большое оружие, значит, в это. Видите, как вот они... Есть, уничтожили. Я лечу быстрее их. А ну-ка. Но это благодаря моему большому оружию, если мы сейчас выиграем, конечно. Только так, вы представляете, ребята? Начали уничтожение штаба, а он, вы посмотрите, какой улучшенный. Еще и непонятно, что здесь. А ну-ка, я приблизил. 2 минуты остается. Нет, нормально, уничтожит. Отлично. Отлично, ребята, отлично. Помогаю выстрелом, конечно. Ох ты, выбежали вон эти самые крабы. Вы видите, что делается? Есть, ребята, есть. А ну смотрим, что напишет. База уничтожена. Редкие трофеи. Посмотрите, 3 этих, значит, нам дали.
Вот так вот. Вот так. Устранен. Вот посмотрите. Мы выиграли, ребята. Мы выиграли. А следующая глава — погоня. Но времени уже, конечно, снимать нету. Поэтому все-таки мы одну главу прошли в Мантикоре. Лечим быстренько. И делаем запрос, значит... Ну, вы поняли, как играть, ребята. Вы поняли, да? Еще раз нажимаем. Даже посмотреть, понимаете, интересно же. Вот. Тени прошлого. А ну-ка тут начать главу. Еще время есть. Сколько? 3 минутки. Сейчас. Ага, охрана. Так же, вот смотрите, так же миссий. Сколько? Ну, понятно, отлично. Возвращаемся на базу. Еще раз нажму просто так. Тени просто пошли, а тут еще откровение дальше. Это самое... Ой, конечно. Архивы, да. Ладно. Ну что, ребята, вот такая, значит, это операция Мантикора. И главы надо проходить, а в них миссии. Ну и вот так вот играть. Все, ребята, с вами был Пельмеша Геймс. Это Empires & Allies. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. И пока!